Всем привет, дорогие телезрители. Большое спасибо, что вы включили наш эфир НВК САХА, САХА-24. Вы смотрите летний эфир. Как жарко стало, даже в павильоне. На улице прекрасная погода, дожди уже закончились. И мы начинаем. У нас сегодня прекрасные гости. Вы, наверное, видели этот клип. Давайте посмотрим. Внимание. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив на стиле и до-до. На стиле on the dance floor. Это время истекло, let's go. Со мной все в порядке, мама. Мама, а вас да. Просто стала я сама себе рекламой. Мой лайфстайл, мама, все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле, а мы на стиле. А мы на стиле. Это да, сразу лето, атмосферно, позитивно. Не верится, что это снято у нас в Якутии. По правде, я бы сказал бы это в Корее, в Японии. Но реально круто. Так что смотрим лайки, лайки в Инстаграме, в Ютубе и так далее. Вы не поверите, они здесь. Давайте я представлю наших гостей. Группа «Зефир». «Зефир», одним словом. Вероника Курчатова. Также Даяна Константинова. Вика Попова. Ну и Валерия Шадрина, можно просто Лера. Итак, Лера, вопрос сразу к вам. Расскажите о себе, каждый. Вы начинаете. Меня зовут Шадрина Валерия. Я только что закончила 5 класс. Вообще, я люблю танцевать, потому что это стало вообще моей жизнью, можно сказать. Вот, я люблю своих друзей. Я жизнерадостная девочка, и я никогда ни о чем не жалею. Советую вам тоже ни о чем не жалеть. Обязательно. Так, Вероника, микрофон вам. Расскажи, пожалуйста, о себе. Меня зовут Курчатова Вероника. Я закончила 3 класс. Перехожу в 4. Мне очень нравится ходить в завод и танцевать. Угу. Так, Даяна. Даяна самая маленькая, да, чувствую?
Здравствуйте всем, меня зовут Даяна. Я самая маленькая в группе. Тебе лет? Мне лет 6. Я закончила университет? Детский сад. А, детский сад. Я еще испугался, да, вундеркинд. Скоро я пойду в детский сад в сентябре. Мне очень нравится ходить в тренировки. А школу когда, Даяна? Школу. Когда мама тебя в школу отправит? В сентябре. Все. Все школы ждут. А какая школа будет? Неизвестно пока? 31-я. Опа, сразу интригу-то мы разрушили. Ну хорошо, 31-я школа. Да, 31-я. Все, спасибо, Даяна. Потом еще поговорим, микрофон не передавая. Вика. Меня зовут Вика Попова, мне 12 лет. Я закончила 5 класс, уже 6 класс. Вот, я люблю танцы, хожу в завод. А также ты, получается, двоюродная сестра Юлди. Да, да. Вот расскажи, пожалуйста, про это. Вот, я... она пошла на гимнастику, я тоже с ней пошла. И как бы ее не взяли, а меня... То есть ее не взяли, а тебя взяли? Да. А она потом пошла в завод. Она хотела, чтобы я тоже с ней пошла, но не получалось как бы. Я пыталась пойти, но просто не было времени, так, гимнастика. Но сейчас ты на заводе? Да. Вот. И вот все-таки, Валерия, расскажите, пожалуйста, про этот мега-суперский взрывной клип. Клип снимали мы 3 дня, очень насыщенные дни. Конечно, первый день был очень холодно, ветрено, но это было терпимо ради клипа, конечно. Локации разные, я заметил. Да, локации разные, потому что мы снимали сначала первый день, потом второй и третий, вот. А кто снимал? Кто режиссер, оператор? Режиссер, он Майк. Майк? Да. Мы знаем его. Да, мы знаем. Вы знаете. Хорошо. Вот. Какие сложности были? Не только же погода, правильно? Да, не только погода. Я заметил, ну, так как вы поете, я не смогу, честно. Сколько вы записывали все это? Записывали мы, конечно, один день. Ну, были ошибки, солисты, конечно же. Ошибки были. А возможно сейчас это вот спеть коротко? Возможно. Припевчик. Вот солисты, конечно. Так, попробуй. Вероника, попробуешь? Что? Отрывочек, пожалуйста. А мы на стиле. Ага, спасибо. I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper, super duper. Вау, аплодисменты. А, Даяна, хочу у тебя спросить. Все-таки какие фильмы, какое блюдо, а что ты любишь кушать? Вот расскажи. Я знаю, что ты танцы обожаешь. Я люблю смотреть, например, «Барбоскины». «Барбоскины». По-моему, я знаю этот мультик. Ага. Фильм будет «Гравити Фолз». Что? «Гравити Фолз». «Гравити Фолз». «Фолз». Опа, я вообще уже в пролете. А что это означает? Там как бы... как бы там один мультик, мальчик, да? Нашел дневника. Ясно. А сколько, получается, ты ходишь в завод? Сколько? 1 год. 1 год, получается? Да. А смотри, половина. После популярности все-таки все узнают тебя, наверное, да? Почти. И как ты вот так ходишь или чуть-чуть вот так? Ну, как бы открыто. Открыто? Да. Хороший ответ. Ну что, Вика, давайте у Вероники спросим. Вероника, я часто вижу в клипе вас. Также вы выступаете не только после клипа, до клипа вы выступали, наверное, везде, да. Командой. Да, командой мы выступали с танцем, который мы танцевали на ХХИ. Как известно, Хип-Хоп Интернешнл, Кубок России. А что подтолкнуло вас? Подтолкнуло желание к танцам. А также Лера, наверное, хотела бы рассказать по поводу того, что послужило толчком для развития. Или вас сразу собрали и сказали, все, это команда. Нет. Чтобы поехать на ХХИ, набирали основную младшую группу. Конечно, Вероника, она уже была в средней группе. Вот. Потом
И нас набрали. Угу. Вот, мы троем. И все пошло. Вот. Дальнейшие цели? Может, следующий клип? Да, следующий клип мы это хотим снять, конечно. Угу. Под какой трек, под какую песню? Это еще ничего не известно. Угу. Хотим просто снять. И когда это будет? Летом, наверное, получается. Да, наверное, где-то в конце лета и середине. Да, в середине, наверное. Все, мы ждем. Обязательно, обязательно, обязательно. Все поклонники и фанаты будем смотреть. Ну что, дорогие, я бы хотел бы узнать, как вы здороваетесь. Вы же здороваетесь как-то в общем профессионале. Давайте встанем. Давайте встанем. Как вы здороваетесь для начала? А посложнее? Посложнее. Вау, это взрыв, да, в конце был? А можно я тоже попробую? Давайте. Можно? Ну-ка. Фух. Вау. Ну что, дорогие, все, наверное, ждут, и не только я, чтобы вы показали это. Хорошо? Вы готовы выступить? Хорошо. Ну а, дорогие телезрители, встретимся после рекламы. Итак, мы выступаем. Команда «Зефир». Так, прошу вас, встаньте. Да, давайте вот так. Включайте. Ого! Я сзади. Массовка. Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. Вы смотрите летний эфир. Только что выступили команда «Зефирова». Они порвали здесь всю сцену. И ждите их, выступления их. Ну что, мы продолжаем. У нас следующие гости. Да, танцев, я думаю, что сегодня не будет на втором блоке. Ну, все может быть. Итак, следующие гости, зовут их Валерия Афанасьева. Здравствуйте. Также Ульяна Макарова. Ну и Алексей Федоров. Итак, Валерия, первый вопрос. Тематика у нас пикник, который вы должны сделать 12 июня. Правильно? Расскажите. А июня, да, июня, я сказал. 12 июня на стадионе «Юность» пройдет пикник юности. Это культурно-массовое мероприятие, которое проводит студенческий координационный совет Северо-Восточного федерального университета. Как все серьезно-то? Да. Угу. Мы одни из организаторов. Угу. И что там будет? Расскажите. Там будет фудкорт, то есть люди могут подойти, купить себе еды, сесть на травке, покушать. На смотреть... травке? Ну, на поле, да, имеется в виду? Да, на поле. Это не настоящая трава, конечно, так. На сцене у нас будет выступать наша студенческая самодеятельность, то есть там гитаристы наши, также будут музыкальные группы Якутска выступать. А также танцы будут, конечно. Ульяна, наверное, сейчас что-то скажет по этому поводу. Скажи. Ну, получается, у нас еще помимо концерта будет также музыкальная битва среди гитаристов. То есть батл получается такой. Да, батл. Оригинально. Могут записаться все желающие. И также у нас будут национальные виды спорта, о которых скажет Алексей. Алексей. Так, у нас будут три вида спорта. Какие? Так, масс-рестлинг первое. Масс-рестлинг. Да, и второе хамур-хавсарай. И третье, Айбон-Тумлаган. Хамур-Хавсарай имеется в виду, это команды? Да, командные. Вау. В количестве 5 человек, команда записывается. Призовой фонд?
Не будем раскрывать тайны, но обязательно будут, конечно. Ну, призовой фонд будет обязательно. Да, обязательно. Обязательно участвуют в Хамур-Хабсагае именно по спортивным видам спорта студенты, правильно? Все желающие. Тогда я тоже могу прийти и записаться. Да, конечно, на Хамур-Хабсагае, чтобы меня сломали там. И масс-рестлинг еще тем более. А также, Валерия, вы хотели бы рассказать нам, наверное, сколько там людей будет? Статистика есть у вас заранее там распланирована? Общая проходимость у нас планируется на 2500 человек. 2500 человек. Да, это получается за весь день. У нас начинается мероприятие с 15. То есть это люди приходящие и уходящие? Да. Или все вместе они будут сидеть там? Нет, не все. Тогда, может, и больше будет? Возможно, да. Мы не можем предвидеть, конечно. А насчет безопасности? У нас там все будет... Добровольная народная дружина университет будет. ДНД? Да. Они будут следить за правопорядком, конечно же. А сколько будет ДНДшников? ДНДшников сколько у нас? Все-таки безопасность – это главное. Да. Около больше 30 человек будет. Да. Это, думаете, хватит? Да, вполне. Хорошо, мы надеемся. У нас будет пропускная система и металлоискатель будет. Также нельзя проносить с собой жидкости, которые не запечатаны. То есть, если вы зашли в магазин и не открыли бутылку воды, вот то это можно важно, с собой взять. А люди-то не знают, придут и будут стоять. Ага. А также хотела спросить по поводу того, что в дальнейшем будут же подобные мероприятия у вас? Да, мы планируем это мероприятие перевести в ежегодный фестиваль. Да, это все-таки очень хорошее и интересное мероприятие. И, наверное, такое все-таки впервые получилось. А кому идея пришла? Пикник? Ну, получается, да, 2 года назад уже были такие, только это уже не были не городской пикник, а до этого были просто студенческие пикники, но это было там более... Мастер-классы показывали, концерт, да, маленький был, а у нас уже там музыкальная битва, национальные виды спорта, то, что могут приходить все люди, там, неважно какой возраст. Люди могут приходить с детьми. Также о деятельности я хотел спросить, вы же мне отправляли очень много фотографий, которые еле-еле, но все-таки отправили. Вот сейчас наши телезрители могут увидеть, и вы можете прокомментировать, что за фотография. Ну, например, вот, это ваше общество, группа. СКС. Что означает СКС? СКС означает студенческий координационный совет. В него входят все любые желающие студенты нашего Северо-Восточного федерального университета. Сколько всего мероприятий вы уже сделали? Извините, но это не сосчитать, конечно. Миллион. Возможно. Наш совет входит около 20 организаций. Это абсолютно разные направления. Там у нас есть и предприниматели, и стартаперы, и художественные. Я испугался, и стартперы подумал. И? То есть, если студент хочет чем-то себя занять, он может прийти к нам и сказать, чем именно он хочет заниматься, и мы обязательно найдем ему деятельность, ему по душе. А также, Алексей, вы сказали 3 вида спорта. Да. Масс-рестлинг, Хамур-Хабсагае, и 3-й вид какой? Айбантунлан. Вот объясните, пожалуйста, что за вид спорта? Покажите, что это? У вас будет лунка у нас. Лунка примерно размера? Ну, сначала... Как стакан, да? Да, стакан, где-то 12 сантиметров, потом они будут уменьшаться. По размеру. И что надо делать? И сначала вот правой рукой держать за левое ухо и левой рукой за правой ногу за пятки. И надо поднимать их по очереди. По очереди. А сколько всего будет таких лунок? Стаканчиков? Что? Сколько будет стаканчиков? Ну, сколько сделаем, сколько можно. То есть и 5-10 да, и так далее. Кто сколько выдержит, получается. У кого спина и поясница лучше всех. Окей, я понял. Также вы хотели рассказать еще. Получается, о деятельности я вас перебил. Да, также я хотела бы рассказать о нашей деятельности. Мы занимаемся различными мероприятиями. То есть это, например, пикник наш является культурно-массовым мероприятием. Мы проводим очень много мероприятий в год по университету. Ну, их не сосчитать. А вы сами чем занимаетесь? Все такие серьезные пришли. Давайте чуть-чуть расслабимся. Сегодня пятница, завтра отдыхаем. И все-таки количество детей, как меня перебивают, да, студентов в общем. Сколько вас? Которые СКС, да. Которые СКС. Так, сколько нас было? Примерно 1500-100. Нет, это мало. Намного больше, да. Около 5000. Около 5000 человек. Да, или около 7, точно не могу сказать. Потому что у нас каждый раз появляются новые студенты, они вступают к нам, и у нас постоянно обновляется состав. Ульяна, вы также хотели рассказать по поводу того, что... Вы же не только сами проводите, у вас человек там, не знаю, 10-20, кто организует такие пикники. А с другими городами вы сотрудничаете? С другими городами, да, мы сотрудничаем, получается. У нас как бы
А мы иногда передаем эстафету друг другу. Например, если мы сделали какой-то флешмоб, там получается, например, когда вышла песня Элвана. Вот, Элвана, да, Якутяночка моя, да. И получается, наши студенты танцевали под эту песню перед УЛК, и потом передали эстафету другим федеральным университетам, чтобы они повторили такой же флешмоб. И также у нас в апреле месяце проводилась акция «Доступная среда». Это когда все студенты могли прочувствовать, ну не только студенты, а преподаватели, почувствовать на себе жизнь и чувства тех людей, которые, ну, у которых ограничены возможности здоровья. И получается, мы тоже решили как бы эту эстафету передать также другим университетам. А о чем вы мечтаете? У меня такой вопрос. Я вот хотел задать сначала первым гостям, но задаю вам. О чем вы мечтаете, Валерия? О чем я мечтаю? Я понимаю, вы студенты, активные. Какой курс? Третий курс. Третий курс. Ульяна? Четвертый. Четвертый. Алексей? А я второй. Второй. Угу. Валерия? С чем я мечтаю? Конечно, можно много мечтать, но у меня есть такая мечта, что меня очень заботят бездомные животные. Ага. Я бы очень хотела, наверное, в будущем открыть приют для животных. Это большая проблема. Это в Якутске именно хотела бы. Надеюсь, когда-нибудь я смогу воплотить эту идею. Спасибо. Тронули сердце. Так, Ульяна? Ну, так, ну, мечта для меня, скорее всего, это то, что недостигаемо. Стать ректором в будущем. Нет. Это достигаемо. Да, это как бы достигаемо. Не знаю, там просто... А о чем мечтаете, Ульяна? Мне кажется, что о мечтах не нужно говорить. Ну, тогда желание ваше-то. А желание, ну, скорее всего, чтобы... А это за будущее свое. Получается, чтобы все было хорошо и чтобы, ну, все чтобы счастливы были. Да, чтобы все счастливы были, чтобы счастье было. Там, где счастье, там и все. Алексей, студент второго курса. Все только начинается. Да. Сейчас же получается еще два года, да, учиться? Мечта, можно сказать. Ну, пройти отборы игр Манчана. Вот, участвую завтра, участвую на легкой атлетике на 100 метров. Ничего себе. Ага. Ну, пройти отборы и... Когда у нас игры Манчары? Игра с 6 по 10 июля. Межконъюрийские пройдут. Ты готов физически? Физически готов, да. А сколько всего получается участников, которые должны пройти? Там же лимит все равно? Да, лимит есть. Надо попасть в 16 лучших. А сейчас сколько человек получается? Ну, сейчас проходит отбор больше 40 человек. 40 человек, да? Да. Тогда получается, у тебя есть все шансы, чтобы участвовать. Да, есть шансы, но и могут и... Ну, так не говори, Леха, только вперед. Да. Достигай, это же мечта. Да. Ничего, если не получится, в следующий раз. Обязательно. Ну, через 4 года. Через 3 года. 4 года. Что, дорогие, у нас неумолимо время уходит. И хотел бы задать такой вопрос, ну, даже не задать вопрос, чтобы вы нашим телезрителям дали какие-то пожелания. Вы все-таки активные, молодые, умные студенты. Валерия? Я бы хотела пожелать никогда не терять в душе молодости, всегда видеть во всем что-то хорошее, искать себе и продолжать. Это я такой. Это очень хорошо. Ну, получается, ну, так как я сама являюсь добровольцем, то многие люди говорят, что в нашем мире стало мало добрых дел, а для того, чтобы верить в доброе дело, нужно сперва начать самим его делать. Вот, отлично. И сразу хотел. Это слова Льва Николаевича Толстого. Также я хотел спросить по поводу 12 июня. Да. Бесплатный вход, любой желающий приходит. Да. Время, хронометраж? С 15.00 до 20.00. До 20.00? Да, с 3 до 8 часов, получается. Да. Так, Алексей? Пожелал бы всем так, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и никогда не сидеть дома. Просто не сидеть. Отлично, правильно. И вообще не тоже. Да, вообще не сидеть. Хорошо. Ну и все-таки надо пригласить еще больше людей к вам. Что вы можете сказать? Приходите, присоединяйтесь и куда подойти, куда записаться на СКС? Ну, получается, вы можете прийти. Любой желающий, мы всех приглашаем, всех ждем. Для всех найдется программа, вы все можете найти то, что вам по душе. Будут также там кино, развлекательные, настольные игры, национальные виды спорта, музыкальная битва, концерты, разные мастер-классы будут также. И... Чуть быстрее. И я понял. Все вступайте в СКС. Вы смотрели летний эфир. Всего доброго. Маша.